была следующая новость, которую я бы вам не показывал, если бы не вот этот крендель со своей фотографией. Я до последнего не верил, что действительно так может быть, что президент Украины приезжает в Соединенные Штаты Америки и едет открывать украинский дом. И ему на встрече в этом украинском доме дарят, как вы думаете, что? Под камеры дарят. Дарят книгу, что неплохо. Зеленский парень образованный и так далее. Но когда я прочитал название книги, ну я подумал, что это какой-то фейк или троллинг. Потому что книгу, которую ему во время этого визита, которая освещается, книга называется, вообще ему ее дарят, он улыбается, «Легкая черепно-мозговая травма». И я начинаю думать, что, что это за люди вообще, это что в головах должно быть президенту страны во время визита к Байдену подарить книгу про легкую черепно-мозговую травму. А потом я понял, ребята из этого украинского дома тоже видели фотографию этого пресс-секретаря. И так же, как я, думаю, чего с ним? И поняли, что нужно президента Зеленского срочно спасать вот от этого любителя фотографий. И у меня связалось это в голове. Они ему книгу дарят, чтобы как-то начали лечить этого пресс-секретаря, ну, потому что, видимо, где-то ударился, что парень в голове, головой, не знаю, вот это вот еще. Ну, как бы символично, да? Вот как бы приехал президент Зеленский с таким вот пресс-секретарем, ему говорят, слушай, там у тебя чувак с черепно-мозговой травмой, я к чему ведь это все обсуждаю? Я вот на это все смотрю, веселюсь, думаю, ну, что это вообще какой-то... И потом они удивляются, почему вы глумитесь, значит, над нашей страной, и мы такое вот европейское государство. эти вот все книжки, подарки, пресс секретарей